Ребята, мне очень больно. Мне очень больно. Очень. Ну, ясно дело. Виктор, ну что ж ты? Мне очень больно. Неужели не больно? Мне очень больно. Мне очень больно. Если это пишется, спасибо. Сейчас вам покажу то, что никто не должен видеть. Простите. Зачем меня. Ты показывать-то будешь? Скажи мне, как человек, чтобы люди понимали. Да я понял. Плохо мне, плохо. Ну, плохо, что бывает. Виктор. Я вот 4 жены похоронил, блядь. Мне как, хорошо было? А хуй его знает. 4 жены, блядь, жил вот последний. Вот Оля видал даже фотографию. 55 лет, блядь, красавица вообще. Не дай, блин. Все. Так кто прослал свою жизнь, ты или я? Ну ладно. Можно я пройду? Уйду. Нет, нет. Завтра. Нет, но мне к 6. Пройду. Нет, но мне к 6 на работу. Виктор. Подожди, Виктор. Что она унюхала? Герда, говорит, Герда, хочешь кушать? Сейчас я накормлю. Сейчас. Давай, брат. Что ты хочешь? А, она видела вот эту. Это тоже. Я ее не отдам. Простите, я больше снимать. Не, я сниму что-то. Что-то сниму, круто. Что-то сниму. Мне больно. Она мне дала звон. Я сейчас ее отпущу. Отпускаю. Вот рядом сидят. Отпускаю, просто. Смотри. Подожди. Я пьяный. Я просто отпускаю. Зачем смерть? Я отпустил козочку. А я люблю тебя, жизнь. Она без пацана осталась. Ей уже грустно. Я люблю тебя, жизнь. Куда она пойдет? Куда?
Куда? Я без ошейника. Она тоже. Вот так я снимаю фильм. Кому? Я отпустил. Нет! Иди привяжи козлил к козлу! Представляете себя? Где козлил? Иди сюда! Что скажешь ты? Привяжи козлу, что я тебе сказала. А ошейник? Не, подожди. Какой ошейник? У нее ошейник на шее, придурок. Сейчас, блядь, иди. Представляете себя? Иди ко мне, на. Ебаный алкаш, ебучий, блядь. Она, блядь, не отпускает. Неплохо. Неплохо.